Добрый день, дамы и господа. Ну что, я загрузился на фирме ГРАС. Я уже у них как-то здесь давным-давно тоже грузился. Такие контейнера. В основном они идут еще спереди с дверьми. Это для... Вот как те стоят. Такой умвельт контейнер, да? Если ты работаешь с опасными грузами, тебе надо иметь такой контейнер на фирме. Вот как здесь. Да. Ну, у них здесь их много стоит. Вот МАНчик с краном стоит. Здесь у них прицепы стоят. Вот Мерседес стоит. Там четырехосный стоит мощный. Пару новеньких стоит. Много старых есть. Разговаривал с водителем. Говорю, а что техники мало так? Машин, наверное, мало или что? Он говорит, да нет, хватает, говорит, водителей нету. Но, говорит, пару водителей осталось, все, все стоит. Даже видать, что никто не ездит, да? Он говорит, работают овалом, как бы, да? Вот это все они возят на этот, на Шведен. Вот эти все, эти, где ворота... Эти здания, там паровозы стоят. Так что у них, он говорит, работы много, водителей нету. Вот новый такой аппарат. Да, Файман Вильевский. Три оси. Ну, спереди тоже по приколу. Ну, видать, новенький. Раз, наверное, один ездили, и то, наверное, нет. Здесь цепляешь удлинители и пошел, середку цепляешь, вон жопа стоит, сейчас покажу от него. Вот тифгет стоит, вот так он получается, как вот этот, только здесь и три оси, здесь у него четыре и такая короткая площадка, и вот сюда они этот ставят этот троммель кабеля, и ушел. Они тяжелые, поэтому вот здесь у него спереди две оси, здесь получается три оси, там у него четыре, а там у него раз, два, три, там у него получается пять осей. Это вот эта жопа от этого, да? Техника хорошая, мощная, завлекательная. Так что, кто хочет устроиться к ним на работу, устраивайтесь. Машинки свежие, Мерседесы, все есть. Вон у них сколько еще удлинителей лежат. Атомная станция здесь рядом. У них есть и простые машины, да, на тентах. Так что люди ищут водителей, устраивайтесь. Вон еще жопа стоит тоже, да, хочет работать. Вот Мерседес стоит, 530. Вот еще у них здесь какая-то тоже брюхо стоит, старенькая. Вон рядом стоит трехосный тифбет. Все по красоте. Эти у них такие, как у нас. Только у них они наоборот стоят. А вот эта жопа мощная. Да? Даже шестиосный он. Ну, колесо вот здесь запортачили, да? Видать, клинануло. И колесо стерли. Офигеть. Техника мощная. Но вот здесь еще можно рассоединить, да, получается, эту ось можешь убрать. Можешь еще даже добавить. А, получается, вот этот кусок, это вообще даже не от этого, потому что по наклейкам даже не подходит. Это новее, это старее. Но они могут удлинять
сколько хочешь. Вон там вон еще два удлинителя стоят. Три оси и две оси тоже соединенные вместе. Вот получается. Вот это уже давно вообще стоит здесь. Тут уже видать. Я уже до этого я смотрел. На ней уже давно никто не ездил. Вот. Три оси. И сзади можешь отцеплять вот эти две оси. Они вот здесь отцепляются, да? Тоже по приколу. У них свой сервис есть. Вот. Но тут уже тоже никто не работает. Да, все разбросано. Все заброшено. Ну, говорит, людей нету, да? Все валяется. Все заброшено. Жаль. Такие серьезные фирмы, а рабочих нету. Плохо. Вот смотрите, сколько у них тут удлинителей. Вот. Вот, всякие разные размеры. Вон сколько. Да. Их целая куча удлинителей. Какие хочешь. Вот эти подойдут на мой тоже. У меня такие же стоят, вот, трехметровые. Это 2 метра. Вот еще есть. Да. Это все удлинители. Вот эти тоже мне пойдут. Как ты так? Ладно, пойдем за бумагой. А то увидят. Вот тут у них своя мойка. Сейчас еще Мерседес покажу. Там у них вон за углом стоит МН без номеров. Вон там вон мигалки торчат. Ну. Ладно, пойдем за бумагами. Вот лодка стоит заброшенная. Никому не нужна. А так они вот возят кабеля вот такие здоровые шматки. Один вот такой шматок 20 тонн весит. Он тот, который закрытый, он с кабелем. Эти, которые открыты, без. Вон еще стоят. Там сзади их целая куча у них здесь стоит. Везде все разбросано. Мусор. Не смотрят вообще. Но жалко фирму, конечно. А вот их Мерседес. Вот таких у них 2 штуки. Вот такой Мерседес. Так, я забрал бумаги. Только что заходил вон в те ворота. И вот здесь я за окнами даже стоять. Ну, видать, здание такое довольно длинное туда. И вот тут внутри вот так вот в длину поезда стоят. И он там тоже. Ну как, они не готовы, сами только корпуса стоят, да? Ну. И это... Так что фирма серьезная, возить есть тоже что. И это, ну, как-то так. Ну. Доброе утро всем. Что, проснулись, умылись, кофеек заварили. Будем выезжать. Сегодня у нас суббота. Снежок чуть-чуть идет. Да. Так что будем потихоньку выезжать. Добрый вечер. Что, я все, приехал домой. У нас снежок идет. Такой довольно крупный.